Жалею, что не сняла эти веретена до того, как я их подтачивать стала. Есть такая поговорка. Отдых – это перемена рода деятельности. Смотрите, как ровненько идет. Это било очень сильно веретено. Вот это не просто било, оно еще и не хотело крутиться вообще. А вот это вот веретено, я не меняю сильно, я его просто подшлифовала. Оно не крутилось вообще и прыгало. Сейчас оно хоть немножко крутится и меньше прыгает. Вот такой вот я себе перерывчик сделала от перебирания пуха от Ости. Пионерские поговорки правильные.